Боже! Боже мой! Отец, нельзя вот так подкрадываться. Я не священник. Я прислужник. Почти священник. Хорошо. Послушай, ты не мог бы нас спрятать в убежище? Их бы я спрятал. То есть, я могу вас спрятать, но вы не будете в безопасности. Кажется, ты ему нравишься. Ты Ван Хелсинг, истребитель монстров. О боже, и ты тоже. Послушай, дружище, я просто Стэн. Стэн Хелсинг. Я не истребитель монстров, я работаю в видеопрокате. Нет. Ты куда? Кажется, ты говорил, что ты не священник. Почти священник. Это Стэн Ван Хелсинг. Потомок доктора Абрахама Ван Хелсинга. Он спасет всех, попавших в ловушку поселка Грозовые Ночи. Почему ты отказываешься от призвания, которое я получил при рождении? Ну же, Стэн, порази его своим девизом. Хорошо. Чувак, послушай, я люблю плыть по течению. Разве это плохо? Я никакой не убийца монстров. И уж, конечно, не лидер. Я просто заехал отвезти диски. Было сказано, что некоторые рождены стать великими. Некоторые становятся великими. А к некоторым величие снисходит само. Сладкое величие. Ты уверен, что ты не священник? Я уже близок. Почти священник. Хорошо. Что будем делать?